dvhub.ru. Ну, произошла очередная катастрофа авиационная в гражданской авиации. К сожалению, с нашим новым самолетом Суперджет. Хороший, надежный самолет, как бы его ни ругали. Как вот специалист, я вижу такой момент. Самолет произвел взлет с аэропорта Шереметьево в аэропорт Мурманск. Был заправлен топливом по максималу, плюс и пассажиры были максимально загружены. Что-то произошло на борту воздушного судна, то, что привело экипаж к решению возвращаться в аэропорт вылета. У них была бы возможность выработать это топливо, но они этого не сделали. Скорее всего, что-то такое, отказ значительный, и они приняли решение садиться с максимальным посадочным весом, не вырабатывая топливо. К чему это ведет? Вот. Даже если при попадании молнии происходит отказ электроники, большой или малый, там тоже неизвестно, какой мощности была эта молния. При отказе электроники, электродистанционной системы управления, самолет, конечно, становится более таким вялым, тяжелым в управлении. Посадить его очень сложно. Во-первых, с максимальным посадочным весом скорости очень большие, а при таком управлении, ну, это сделать очень тяжело. Аэропортовые службы сделали максимально все. Они расчистили полосу, дали зеленую дорогу для посадки этого самолета. Произошли нерасчетные нагрузки на взлетно-посадочное устройство, это шасси. И, скорее всего, они не выдержали. Самолет, судя по кадрам в интернете, сделал несколько так называемых козлений. Шасси не выдержали и, естественно, подломились. Остальные действия, дальнейшие действия экипажа и бортпроводников, которые, ну, слава богу, спасли хотя бы 37 человек. Они сделали по максимуму все. dvhub.ru